Зима в этом году придет строго по календарю. Переход от аномального теплого ноября будет плавным, что позволит легко привыкнуть к новому зимнему сезону. В первую декаду ожидается местами кратковременные осадки с преобладанием снега, мокрого снега. В конце декады во многих районах снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Преобладающая температура воздуха ночью -1, -8, при прояснениях до -9, -13. Иногда по востоку до 0, +2, дневные часы в основном 0, -6. В отдельные дни по юго-востоку нашей страны, в основном это Гомельская область, +1, +4. Во второй декаде ожидается местами, а в середине декады на большей части территории кратковременный снег. На дорогах гололедица. Преобладающая температура воздуха в ночные часы -3, -9. В отдельные самые холодные ночи при прояснениях воздух может охлаждаться до -10, -15, а дневная температура -1, -7. В третьей декаде декабря в отдельные дни кратковременный снег, мокрый снег, в юго-западных районах иногда с дождем. Местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5, -10. Наиболее ясные ночи, преимущественно по северо-востоку страны, -11, -17. Максимальная температура днем -1, -6. В отдельные дни по юго-западу ночная температура будет составлять -4, +2. И днем 0, +5 градусов. И предварительный прогноз на Новый год. На Новый год прогноз вселяет надежду на вполне комфортную и по зимним меркам погоду. Со слабым ветром, небольшим снегом и умеренными морозцами. Но в основном, в целом, декабрь ожидается у нас среднемесячная температура воздуха около климатической нормы. Норма -2, -5. И месячное количество осадков предполагается в пределах 90-115% средних многолетних значений. Климатическая норма для нашей страны 38-57 миллиметров.